Дружба продолжается. В загородном лагере «Заря» состоялась встреча для выпускников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. На мероприятие пришли семейные пары с детьми и влюбленные, которые еще только собираются узаконить свои отношения. Для гостей сотрудники центра подготовили развлекательную программу. Первая часть праздника была направлена на малышей. Их веселили клоуны «Рыжик» и «Зеленка». Дети и взрослые остались в восторге от таких веселых персонажей. Малыши пускали воздушные пузыри, участвовали в конкурсах и танцевали. Взрослые тоже не остались в стороне и присоединились к дискотеке. После развлекательной части психолог центра провела для гостей тренинг «Формирование семейных отношений». Выпускники узнали от специалиста, как построить крепкую семью, правильно выходить из конфликтов и воспитывать детей.